Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в гостях в кинозале программы «Ретроскоп». И вновь нас ждут моменты из далекого и не очень прошлого нашего города. Итак, 99-й год, лето, паника. Осенью бассейн во Дворце спорта «Юбилейный» может не открыться. Как жить? Где заниматься спортом зимой? Больше 20 лет Дворец спорта радушно принимает своих посетителей. И не одно поколение печерцев выросло, окрепло и возмужало на глазах работников спорткомплекса. Сюда традиционно приходят с семьями, с друзьями, с коллегами, чтобы лишний раз убедиться в преимуществах активного отдыха. В спортивных залах и на дорожках плавательного бассейна не раз одерживались блестящие спортивные победы. Кстати, удивительный для нашего небольшого города факт. По своим параметрам бассейн «Юбилейного» входит в число лучших плавательных бассейнов России. Правда, удивляет руководство Российской ассоциации плавательных бассейнов, куда входит и наш, неправдоподобно низкие по нашим временам цены на услуги. Наши цены просто смешные. Когда я стал называть цены наши, мне сказали, что это минута стоит у вас или это час. Ну, примерно так, примерно. У нас солярий стоит 12 рублей, у них солярий стоит 120 рублей. У нас льготный солярий 80 рублей 10 сенсов, у них 4 сенса льготные 400 рублей. 400 рублей 4 сенса. Ну, это связано с людьми. И у нас, у них там свободными нет часа, чтобы попасть в солярий. У нас же, ради бога, в любое время мы готовы принять. В бассейне также, если у нас 10 рублей стоит одноразовое посещение, в Москве 50 рублей. Правда, по признанию Федора Петровича, даже и такие цены сегодня становятся слишком дорогими для все большего числа печерцев. А потому работать приходится себе в убыток, ведь повышение цен, несомненно, приведет к уменьшению количества посетителей. И все же главной проблемой Дворца спорта является другое. У нас есть деньги заработанные, но не полученные. Нам сегодня должно управление по спорту в пределах 4000 рублей. Нам должно сегодня отдел внутренних дел 32000 рублей, нам должно депо, нам должно АТП и ряд других мелких организаций. Ну, то есть мы продукцию им, как бы сказать, оздоровление людей занимались в летний, зимний период, а не получили за работу деньги, которые необходимы для оплаты отпускной зарплаты и подготовки здания к новому сезону. И самое главное, что мы сегодня находимся накануне того момента, что мы не сможем запустить плавательный бассейн без установки по обеззараживанию воды. Такая установка, нами, значит, имеем договор, имеем счет на оплату с московской фирмой, вернее, даже не московской, а с подольской фирмой, она выпускает Санер 400-5 для обеззараживания воды. Это новая установка. Та установка у нас, которая была, тоже этой же фирмы, она была устаревшая, а срок годности ее работы 5 лет, мы проработали на ней 8 лет. И теперь, если вот мы не приобретем эту установку, а стоимость ее 123 тысячи рублей, мы обратились, значит, к главе города Печоры, он дал добро на ее приобретение, но дело в том, что добро-то дано, а денег нет. Наша фирма предупредила, что мы ведь выпускаем не колбасу каждый день, установка выпускается по какому-то заказу. Есть сейчас покупатель город Нефтеюганск на эту установку. Вот до 5 июля мне, так сказать, поскольку мы с ними давно уже контактируем, значит, дали добро продержать эту установку. Если до 5 июля мы не рассчитаемся, то я боюсь, что может быть это плачевный вопрос, потому что пока снова они будут ее изготовлять, пока они ее будут поставлять с монтажом здесь, это будет не август месяц, это будет не сентябрь, это будет уже октябрь. Значит, тогда мы не сможем запуститься. Эту проблему, отсутствие средств для приобретения необходимой установки, безусловно, необходимо решить. И чем скорее это произойдет, тем вероятнее, что открытие плавательного сезона по традиции придется на сентябрь месяц. И Дворец спорта по-прежнему будет рад своим посетителям. А для того, чтобы цены на услуги оставались прежними или, может быть, даже снижены, нужно не так уж и много. Надо решать вопрос о льготах на налоги. Ведь мы сегодня платим все налоги до единой копейки, кто-то на уровне ГРЭСа. Представляете? Это значит, мы с кармана людей берем деньги и снова выплачиваем все эти налоги. Ну, это невозможно. Я считаю, что те предприятия, которые находятся на хозрасчете, такие культурные, значит, спортивные, им надо дать льготу, значит, на все на массу налогов. Это вопрос может не решение местных органов. Решение может вопрос и республиканского органа. Может, это вопрос надо решать на уровне России. Но их надо решать, потому что вот такие в таких городах, как Печора, вот спортивные сооружения погибнут из-за того, только что мы сегодня не в состоянии выживать. Это дальше. Городу надо дать льготу на коммуналку.
На уровне, значит, в многих городах это уже есть сделано. На уровне всех предприятий мы платим коммуналку одинаково. Это для нас, конечно, не по карману. Возможно, те, от кого зависит решение этих вопросов, пойдут навстречу руководству дворца. Особенно, если соизмерят цены на лекарства с ценой здоровья горожан, укрепление которого является наиважнейшей заботой Дворца спорта «Юбилейный». Нет закона о скупке цветного металла, нет металла. Практически еженедельно в сводках печорской милиции фигурировали кражи кабелей, люков и даже урн. На этот раз жертвой металлодобытчиков стал парк имени Дубинина. Разграблению подверглось несколько аттракционов, верой и правдой служивших на протяжении многих лет маленьким печорцам. Как знать, может быть, когда-то на этих качелях катались и те, кто бессовестно растащил с них металлическую обшивку. Не погнушались новоявленные бизнесмены даже урнами. И теперь таковыми служат картонные ящики. Со слезами на глазах рассказывали нам работники парка о своих проблемах. Да и как тут не плакать, ведь какими усилиями стоит поддерживать аттракционы в рабочем состоянии. Но, похоже, это совершенно не волнует ни тех, кто тащит, ни тех, кто принимает добытые явно незаконным путем изделия из цветного металла. С каждым днем этот бизнес набирает обороты, и как знать, каким последствиям это может привести. Проблема воровства цветных металлов настолько возросла сегодня для многих предприятий города, что стала поводом для обращения руководителя этих предприятий к главе администрации и председателю Совета муниципального образования город Печор и подчиненная ему территория. В этом обращении содержится призыв разработать и внедрить систему мероприятий, исключающих возможность приобретения у населения изделий из цветных металлов небытового назначения. Эти мероприятия отнюдь не направлены на закрытие пунктов приема цветных металлов и ущемление прав лицензиатов, но позволит сэкономить значительные средства и сократить непроизводительные затраты. Пока не будет закона или хотя бы вот распоряжения главы по этому вопросу, тогда... Ну а почему бы и нет, если он такое распоряжение подпишет? Этот вопрос как правоохранительными органами, так и другими можно решить в течение дня. Аналогичное распоряжение издано в Иркуте, там уже полгода оно действует, сколько его, так сказать, прокуратура протестовывает, глава сказал, говорит, я его издал, так и будет. И, в принципе, там кражи этих сошли на нет. Будем надеяться, что это обращение в ближайшем времени найдет отклик у тех, в чьих силах упорядочить прием цветного металла от населения. Тем более, что подобная практика, система жесткого контроля за деятельностью пунктов приема цветных металлов, успешно существует сегодня во многих городах России и республики, практически искоренив там расхищение цветмета. Очередь за Печорой. В 99 году в Печоре грандиозная стройка. На месте старого вокзала возводят новый. Каким он будет? Понравится ли горожанам? Кто-то из современников подметил, что вокзал – это лицо города. Трудно с этим спорить, учитывая, что вокзал – это первое, с чем встречаются пассажиры в незнакомом пока городе. И от того, насколько приветливо встретит вокзал своих пассажиров, в немалой степени зависит и их впечатление от города в целом. Пока же впервые прибывающих в Печору пассажиров встречает не очень-то привлекательного вида ангар. А рядом подрастают стены здания нового вокзала, обещая пассажирам комфорт и удобство. Строительные работы ведет организация «Печорстроймонтаж», и мы поинтересовались у ее директора о том, как обстоят дела. Если говорить о цифрах, то за прошлый год было выполнено порядка 5 миллионов рублей. Вот это тот лимит средств, который заказчик планировал и который мы освоили. Значит, на этот год запланировано 10 миллионов рублей. Значит, источником финансирования являются республиканский бюджет в объеме 2 миллионов, городской бюджет в объеме 2 миллионов и средства Северной железной дороги в объеме 6 миллионов рублей. Ну, ситуация на объекте на сегодняшний день такова, что пока мы идем в графике, значит, на сегодняшний день выполнено порядка 3 миллионов рублей. Ну, а по
объемам выполненных работ, ну, думаю, каждый печорец их видит, вот, и может сам оценить, в каком состоянии находится вокзал. Ну, а что вообще из себя будет представлять новый железнодорожный вокзал? Пока вот только очертания намечаются, если можно об этом немножко. Ну, вокзал, поскольку, как вы правильно сказали, это лицо города, это должно быть здание необычное. И проектировщики постарались, значит, облик вокзала именно сделать таким, чтобы он радовал глаз. Вот. Это здание с достаточно сложной архитектурой, очень сложная кровля, ломаные элементы и так далее. Значит, здание будет облицовано, цокольная часть, гранитной плиткой. Во всяком случае, так задумано проектировщиками. И мы настроены на выполнение именно такой работы. Стены облицовываются фасадной плиткой. И сама кровля выполнена в металлическом исполнении из оцинкованной стали. Ну и можно ли говорить о каких-то сроках сдачи нового вокзала в эксплуатацию? Ну, если бы у нас сегодня ситуация была постабильней, как в старые добрые времена, когда существовали планы, когда не было проблем с деньгами, то вот этого объекта в эксплуатацию в этом году, он, в общем-то, просматривается. Но поскольку мы ориентируемся сегодня на заказчика и ориентируемся на те лимиты средств, которые выделяются на год, вот, то по программе этого года вот объекта не планируется. Я не буду вдаваться в цифры, сколько нужно на достройку и так далее, потому что сегодня эти цифры будут носить прогнозный характер, и они только введут в заблуждение. Никто из нас не знает, как будут расти цены. Тот объем, вот, который запланирован заказчиком в объеме 10 миллионов рублей, он предполагает, что будет полностью построена коробка здания, значит, выполнена кровля, выполнены все сети, черновое благоустройство, как мы называем, и некоторые элементы отделочных работ или подготовительных работ к отделочным. Также внутренние коммуникации мы планируем тоже выполнить в этом году. Ну и если представить такую ситуацию, что финансирование будет на должном уровне, вовремя и в срок, вы готовы завершить запланированные работы в этом году? Я вообще сомневаюсь, что финансирование дополнительное будет выделено, потому что я назвал три источника, да? А как мы с вами знаем, бюджет города сформирован, и внесение изменений в сторону увеличения – это очень трудная задача. Бюджет республики тоже сформирован, и внесение изменений – это тоже очень сложная проблема. Ну и, соответственно, в планах железной дороги, когда они планировали эти объемы, они тоже, видимо, внимательно считали и внимательно думали. Вот. Но, тем не менее, если будет принято решение и со стороны заказчика, и инвесторов о вводе объекта в этом году, вот, то силы строителей позволяют это сделать, необходимо будет решить маленькую, в кавычках, проблему. Это полная комплектация и своевременная комплектация оборудования. Ну и ряд позиций по материалам. Правда, скорее всего, чудо не произойдет. Слишком много проблем препятствует полному завершению строительных и отделочных работ в этом году. И вот в эксплуатацию нового вокзала переносится на следующий год. ПРУшник Парага за такие слова еще лет 10 назад можно было здорово схлопотать от курсантов Печорского речного училища. Строгая, почти военная дисциплина, жесткий график учебы. Об этом знали все абитуриенты.
Куда пойти учиться, возникает вопрос в головах мальчишек и девчонок, выпускников 9-11 классов. И хотя в нашем городе нет ни институтов, ни университетов, все же хорошую, нужную в жизни специальность можно получить и не уезжая из Печоры. Четыре училища, 10-е, 4-е, 23-е и речное, ежегодно начинают обучать профессии сотни юношей и девушек. Сегодня наш рассказ о Печорском речном училище, которому в следующем году исполняется 65 лет. Прием идет у нас на три специальности. Это штурманское отделение, отделение электроавтоматики, электрооборудования судов и механическое отделение. Начали мы подготовку, прием еще в феврале месяце с подготовительных курсов. Вот в этом году как раз у нас наплыв на подготовительные курсы очень был большой. Ни в один год еще такого у нас не было. Всего обучалось на подготовительных курсах у нас 246 человек. Это в два с лишним раза больше, чем было в прошлом году. И после окончания подготовительного курса мы всегда проводим экзамены и делаем уже прием. И у нас подготовительных курсов в основном уже сделан даже прием. Нам осталось набрать так 15 человек, а заявления сейчас еще идут и идут. Заявления идут и идут. У ребят появилась тяга к учебе. У нас сократился отсев. Ребята стали относиться лучше к учебе. Вот, я говорю, что в этом году закончил даже 107 человек без троек, а четвертый курс закончили учебу у нас в качестве, это 62%, и трое курсанта получили диплом с отличием. И тяга к учебе еще проявляется тем, что в прошлом году у нас после окончания училища 52 человека были направлены в высшее учебное заведение. В этом году уже 37 человек ребят поступили в высшее учебное заведение. В нашей отрасли 2 человека не по нашей отрасли пошли. И сейчас еще подают заявление для продолжения этого образования в высших это учебных заведениях. Ну, наверное, об увеличении тяги к знаниям говорит о том, что у вас конкурс увеличился в этом году. Да, в этом году у нас увеличился конкурс, давно этого не было. Давно. Ну, во-первых, неплохую оценку дали. В этом году мы прошли аттестацию, аккредитацию, неплохая оценка была дана комиссии, которая приезжала с Москвы, большая комиссия, дали, прошли аттестацию на 5 лет. И, видимо, среди ребят такая пошла молва, что здесь неплохо учат. Скажите, пожалуйста, а насколько востребованы ваши выпускники, именно училища по всем специальностям в городе, может быть, в районе, где-то в других регионах? У вас есть такая статистика? Есть такая статистика. По прошлому году, вот я вот вам сказал, мы выпустили 98 человек, 52 человека сразу пошли учиться, там забрали в армию 14 человек. У нас был только не устроен в прошлом году один курсант. В этом году вот 37 на учебу наших, 21 призван в армию. 17 уже работают по специальности, поступили в другие учебные заведения. 2 человека, 11 человек было на 15 июня не устроено, 11 человек. Но я думаю, мы их тоже, они будут устроены, или даже будут продолжать учебу дальше. Пока у нас из практики и трудоустройства наших выпускников проблем не было. Владимир Николаевич учит курсантов 67-го года, и тысячи выпускников училища, среди которых, кстати, есть и нынешние преподаватели ПРУ, с благодарностью вспоминают его школу. Сегодня Владимир Николаевич принимает поздравления с двойным праздником. В этом году День работников морского и речного флота, традиционно отмечаемый в первое воскресенье июля, совпал со знаменательной датой личной жизни – 60-летием со дня рождения. Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес Владимира Николаевича и желаем ему оставаться таким же энергичным энтузиастом своего дела. Куда летом пойти всей семьей прогуляться? Конечно, на реку. Там бурлит жизнь. Когда-то жизнь нашему молодому городу дала красавица Печора. По реке привозили строительные материалы для новых домов, оборудование для новых предприятий и многое-многое другое. Целые династии речников складывались за годы становления Печоры. И по сей день водный транспорт играет огромную роль в экономике города и района. Связывает он отдаленные села и поселки, где нет ни железной, ни автомобильной дороги. Тысячи тонн необходимого городу груза прибывает именно по реке.
Сегодня профессиональный праздник речников – День работников морского и речного флота. Печорский речной порт – неотъемлемая часть водного транспорта Печоры. И профессиональный праздник – хороший повод поговорить о трудовых буднях предприятия. Сергей Михайлович, в дни профессиональных праздников принято говорить о буднях предприятиях, вспоминать успехи. Давайте не будем отходить от традиции. Чем сегодня живет Печорский речной порт? Я хочу сказать, во-первых, что навигация эта для нас, для речников, начиналась очень сложно. Во-первых, очень длительная весна и холодная весна сменилась резко жарой, что сказалось на флоте, в первую очередь, на его работе. Ну и, во-вторых, очень сложно решались вопросы финансирования завоза грузов в районе Крайнего Севера и утверждения тарифов. Но все вопросы были решены в конечном итоге. Сегодня я хочу сказать, что мы начали успешно работать в эту навигацию, и осталась одна нерешенная задача – это снабжение флота топливом, как нас, так и Печорское речное пароходство. Сегодня мы сидим без топлива. Работа топлива осталась на неделю. Вот это сложная такая задача. Остальные вопросы мы все решили. Объемы для коллектива Печорского порта остались в пределах прошлого года и даже будут чуть больше. То есть по итогам за навигацию мы думаем, что наше финансовое положение будет лучше гораздо, чем в прошлом году. Но показатель жизни, стабильной жизни предприятия говорит тот факт, что вовремя выплачивается зарплата и налоги. А как с этим делом предстоит на вашем предприятии? Ну, как и раньше, на протяжении всех лет перестройки, как мы будем говорить сегодня, мы ни разу не задержали практически ни аванс, ни зарплату. И сегодня у нас все получают аванс и зарплату. Хотя, будем говорить, она не повышалась с 96-го года. Но лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Вот. И в эти вопросы мы стараемся решать. И я думаю, что они будут и дальше решаться. Ну, а какие перспективы у Печорского речного порта? Я сказал уже, что в этом году мы набрали объемов больше, чем в прошлом году. И я думаю, что перспектива наша в развитии нефтегазовой отрасли Усинска, строительство дорог на Ринмаре. И мы на это надеемся, что и на будущий год у нас объемы гораздо увеличатся. Кроме того, газовики начали восстанавливать свои газопроводы через Печору. Мы в этом году заключили договор, дали им в аренду турбазу нашу на 23 человека. Там проживает, значит, 23 человека газовиков. Плавкран в аренду, и они в районе Красного Яга восстанавливают газопровод. И будут работать там всю навигацию. Перспективы есть, и они хорошие. Да, перспективы есть и в этом направлении, потому что ни одна газовая нитка через Печору и Усу сегодня проложены. Они все старые и подлежат восстановлению. И я думаю, что мы уже в этом году заключили с ними договор, и они хотят с нами сотрудничать в дальнейшем. Ну и дело предприятия заботится о своих работниках, то есть дополнительные возможности социального обеспечения. Что делается у вас? Значит, в пределах 3-5 миллионов тысяч, извините, рублей мы всем нашим желающим работникам вот, в навигационный период, зимой, но особенно сейчас, вот, период отпусков, даем ссуды на год, на два, на три. По окончании навигации будем рассматривать вопрос представления нашим работникам ссуд, совет директоров будет рассматривать, то есть кредитов. Под банковский кредит это где-то 36% годовых на приобретение жилья. Мы эти, значит, суды раньше давали регулярно, и в этом году планируем, значит, у нас уже есть заявление, мы их рассмотрим по окончании навигации и будем удовлетворять. Ну, хорошим завершением беседы будет ваше поздравление всем речникам. Да, сегодня морфлот, речники России отмечают свой профессиональный праздник. Конечно, речники Печоры и, безусловно, коллектив Печорского порта примет участие в праздновании своего праздника. В преддверии праздника совместным приказом администрации и правкома был издан приказ, в котором весь коллектив Печорского порта был поощрен денежной премией. Жаль, что сегодняшний финансовый результат не позволил поощрить ветеранов, которые очень длительное время работали в порту
и много сил отдали его восстановлению и развитию. Но, увы, очень жаль, но морально будем их поддерживать, а в дальнейшем, если позволят финансы, будем помогать и материально. Я хотел бы от имени Совета директоров Печорского порта, правления Печорского порта, профсоюзного комитета Печорского порта поздравить всех работников Печорского порта, ветеранов от чистого сердца, от доброй души, всех акционеров Печорского порта, коллег по работе, другими словами, всех речников бассейна, с профессиональным праздником и пожелать им крепкого здоровья, удачи в жизни и на работе, благополучия в семье, душевного спокойствия и терпения. В общем, будьте счастливы. Мы поздравляем всех речников и ветеранов речного флота с профессиональным праздником. Желаем вам благополучия, успехов в работе и личной жизни и, конечно же, 7 футов под килем. На этом наша программа подошла к концу. Ее творческий коллектив прощается с вами, дорогие наши телезрители. До следующей субботы. Всего доброго. Удачи.